Глава округа Андрей Иванов посетил мини-офис Мособлгаза в поселке Барвиха. Отделение работает с 2017 года и обслуживает примерно 80 абонентов в день. Компания официально реализует программу социальной газификации населенных пунктов в Одинцовском округе. В том числе проводит восстановительное благоустройство территории после подключения голубого топлива. У нас на 23 год сколько должно быть домовладений? 343 заявки. С чем будут? Ну, еще будут подаваться сейчас. Пока не активная фаза строительства. Mm-hmm. Традиционно начинают в теплое время строиться. Помимо вопросов социальной газификации, основные запросы граждан связаны с установкой газового оборудования, переоформлением документов при смене собственника жилого помещения, заключением договоров на техническое обслуживание и оплатой за газ. Здесь может обслуживаться любой абонент Мособлгаза. Если этот, допустим, абонент принадлежит другому филиалу, мы, в принципе, можем передать информацию. Для удобства офис оборудован терминалами самостоятельной регистрации посетителей и быстрой оплаты услуг. Продавцы-консультанты помогут определиться с выбором необходимого газового оборудования в зависимости от площади дома и потребностей пользователя. В отделении представлена экспозиция газовых котлов и различных аксессуаров, в том числе отечественного производства. Человек получает полный комплекс услуг. Он может как приобрести оборудование, так и смонтировать отопление, установить какие-то дополнительные аксессуары для безопасности. То есть мы отвечаем всем требованиям и потребностям клиентов. Для обеспечения безопасности использования газового оборудования возможна дополнительная установка системы удаленного доступа для отслеживания параметров котла, а также системы, оснащенной GSM-модулем, которая в случае неисправности отправляет пользователю уведомление на телефон. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».